Курочка с тыквой в карамельном медовом соусе отказаться невозможно. Предлагаю угостить домашних вкусным блюдом. Не откажутся даже те, кто не очень любит тыкву. Потребуется куриное филе, тыква, лук, мед, соль, специи. Нарезаем лук мелко, слегка обжариваем его. Тыкву измельчаем кубиками и отправляем к луку. Курочку нарезаем произвольно, можно кубиками или полосками. Заготовленные специи всыпаем к тыкве, солим, следом у нас идет мед. Томим все вместе и добавляем курицу. Подливаем немного воды, доводим до кипения, уменьшаем огонь и тушим примерно 20 минут. Такое рагу идеально как самостоятельное блюдо и в качестве дополнения к рису. We'll be right back.